А ведь именно с этого возраста надо и воспитывать. Ведь что самое главное в казачьей культуре? Это созидание казачьего духа. Вот чтоб сейчас такой пир духа с нами, с вами образовался на этой сцене. Сейчас мы вам сыграем с казачьим боевым плясом. Вдоль по балочке лощинки. И вдоль по балочке лощинки. Вдоль по балочке лощинки. Колющего и режущего, мы взяли с собой на хайки. А так, представляете, какие шашки, как они блестят в двух руках. Ой, бабоньки, а эти плетки у нас висят дома. Потому что помимо того, что Петрович такой геройский, самое главное его регалия в жизни, он мой муж. Я его жена. Поэтому воспитание жены длится уже 20 лет. Так что вот такая вещь у нас дома. Аллочка, дорогая, иди сюда, наша птица жаркая. Давайте встретим хозяйку этого фестиваля. Это красивейшую. Университет мужского рода, он хозяин. А ты хозяйка. Ну, зрители, я права? Да. Ну а как же, как корабль назовешь? Так и поплывет. У нас Покров, 15 девок, образовались на свадьбу 14 октября. Жар птица, какая хозяйка жар птица, такой и фестиваль. Как залетим и уж шишки приземлимся. Аллочка, дорогая, мы хотим тебя поздравить нашими гостинцами. Тут чисто бабские подарки. Вот есть урюпинские платки, которые где-то называются оренбургскими, но они наши, с наших кост. Вот на твои золотые ручки. Ручная работа, красивые перчаточки. Там, чтобы дома у тебя была полная чаша,
Ну и самое главное, это чтобы не разбилось. Ну как же? Казаки, да без фирменного напитку, самогону. Это чтоб твой милый сел когда-нибудь вместе с нашим ректором, теперь уже общим ректором. Да так отметил успех этого фестиваля. Эх, гуляй, казачья душа на пензенской земле. Я хочу тоже не остаться в долгу, дорогие друзья. От Пензенского государственного университета мы вручаем вам и диплом лауреата. Аплодисменты. И благодарность лично Виктории Валерьевне Путиловской. Благодарность вашим сотрудникам, которые вас сюда отпустили. Каждому участнику подарки наша фирменная символика «Жар-птица». А мы так и не уедем. И вот такие авторские коробы или короба, которые сделали для нашего каждого участника сегодняшнего концерта Галина Мехотина, где написано «Жар-птица Пенза 2019». Но у нас есть еще спонсор – Бековские сладости. А это сладости, которые делаются без добавок по ГОСТу СССР. Где ваши аплодисменты? Спасибо. Это называется «Как похудеть» – бабские забавы, с чего не полнеет зефир до пластила. Алочка, постой с нами. Друзья, мы обязательно должны спеть песню. У нас у казаков всегда бывает финальная песня, где мы поем все вместе. Я думаю, что казачьи коллективы будут частыми гостями нашего, уже теперь нашего, видишь, как говорю, нашего фестиваля «Жар-птица». И у нас тоже должны быть...